Всероссийская благотворительная акция «Яблоки детям» проводится второй год подряд. В этот раз одним из 7 городов-участников стал Барнаул. На мероприятие в научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени Лисавенко приехали воспитанники 11 районных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Важно детям и пропагандировать, и показать, что такое садоводство, в принципе, декоративное, приусадебное, то есть яблоки какие есть, груши, облепиха, которая создана в стенах института, чтобы люди знали. Акция проводится в честь яблочного спаса и направлена на социальную адаптацию детей. Также, по словам специалистов, подрастающему поколению важно сформировать экологические привычки. В дальнейшем это станет основой бережного и ответственного отношения к природе. Для меня, как для педагога, очень важно, что дети социализируются, общаются с другими детьми. В разговоре с ребятами я узнала, что один из наших воспитанников прям загорелся желанием быть агрономом. Есть желание, то есть это уже и профориентационная работа с ребятишками как такова. В будущем, может быть, на самом деле этот ребенок будет агрономом. Для детей сотрудники института имени Лисавенко организовали выставку плодов и ягод, выращенных на территории учреждения. Дети продегустировали несколько сортов яблок, груш, смородины, облепихи и сливы. Больше всего мне из всех яблочек понравилось вот этот сорт мемба. Они очень вкусные. И думаю, надеюсь, что урожай в этом году очень хороший будет. Всего на мероприятие приехало почти 100 человек. Гостям провели экскурсию по дендрарию, а также рассказали о новых сортах яблонь алтайской селекции. То есть здесь очень интересно рассказывают про растения, про яблоки, абсолютно про все. Здесь очень... У меня такая возможность, то есть появилась, то, что попасть сюда. Я первый раз вообще, в принципе, на вот этой акции яблок. Вот, ну, очень классно здесь. С пустыми руками ребят не отпустили. Воспитанникам центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подарили 400 килограммов яблок. Елена Самарина, Сергей Балуев. Новости.